Ребята, всем привет! Для всех тех, кто интересуется международными отношениями, кто посмотрел мое видео и вдруг вдохновился и хочет поступать на международные отношения, я запускаю свой марафон, потому что мне каждый день приходят от вас вопросы о том, как я могу еще вам помочь, что я могу еще вам рассказать, как вы можете подготовиться к первому курсу. В общем, этот марафон для вас, если вы уже поступили на международные отношения и хотите на 100% быть подготовленными к первому курсу, да, лучше всех там быть. Этот курс для вас, если вы уже поступили на международные отношения тоже, но еще точно не знаете, хотите вы в этом направлении развиваться или нет, возможно, вам стоит там перевестись куда-то. А также, если вы еще учитесь в школе и думаете, поступать на международные отношения или нет. Я собрала все знания, все там чек-листы создала, списки, все, что есть полезного для тех, кто поступил на первый курс и кто еще учится в школе и думает о поступлении на международные отношения. Марафон будет длиться 5 дней. Это будет называться мощный марафон. Мощный, типа, поняли? А вообще, мое международное отношение, блин, ладно. Там вы получите советы о том, к чему быть готовым на первом курсе. Все полезные книги и материалы. Учебники тоже я скину. Чек-листы, тщательно проработанные мной, которые помогут вам разобраться в этой сфере еще лучше. Полезные и действенные советы о том, как развить свою дисциплину и сдать свою первую сессию на отлично. Списки фильмов, которые близки к сфере международных отношений, помогут еще больше понять ее. Домашние задания, которые будут проверяться лично мной. Кроме этого, вы получите основу таких предметов, которые присутствуют во всех первых курсах всех университетов, например, всемирная история. Кучу полезного опыта и огромную мотивацию, чтобы вступить с уверенностью в этот учебный год. Так вот, если вы хотите поучаствовать в этом марафоне, пишите мне в Instagram, в директ, хочу на мощный марафон. Старт 13 августа, уже через несколько дней. Я специально прямо перед учебным годом его запускаю, чтобы вы ничего не забыли, вы все помнили. Торопитесь, места ограничены, люблю вас и жду на своем марафоне. Пока!